В Германии возродили полароиды. Производство этих популярнейших в 90-е годы фотоаппаратов прекратили в 2007-м. Конкурировать с цифровыми камерами было невозможно. Но народная любовь к моментальным снимкам не иссякла. И тогда бизнесмен Флориан Капс решил действовать. Он уговорил одного из бывших менеджеров полароида создать фирму по выпуску кассет для фотоаппаратов. Единственная проблема – у немецкой компании нет права на бренд полароид. Поэтому кассеты приходится продавать под названиями вроде PX600 Silver Shade. Ну, то есть, если я правильно понимаю, пока только кассеты, да, начинают возобновлять производство. А если старого фотоаппарата нету, полароида, новый сейчас уже нигде ведь не взять, да? Ну, строго говоря, да. Полароид заявил, что хочет возобновить производство мгновенных фотоаппаратов. И даже показали недавно прототип, но кассеты старого образца к нему не подходят. Ну, то есть, будет все-таки полароид. Посмотрим. По крайней мере, этого хотят сами люди в полароиде. Вообще, очень знаковые, да, были фотоаппараты, особенно в нашей стране, конец 80-х, 90-х. Да, вот все это время перемен, оно все осталось, по-моему, именно на полароидных. Но в любом случае, сейчас эта техника будет на любителя уже.